Что, народ, всем привет. Сегодня продолжаем проходить Serious Sam HD, второе пришествие. Так, остановились мы вчера на предпоследнем уровне первого акта. Пишитесь, как там слышно, видно. Да, и тебе привет. Сразу нападают, блин, со всех сторон, ебать. Да, я видел. В скайпе он писал. Сегодня у меня что-то интернет немножко шалит, я не знаю, надеюсь, он не отрубится во время стрима, но всякое может быть, поэтому я заранее как-то предупреждаю.
обстрел. Здорово, Кивич. Он ж по деревьям прыгнет, блядь. Так. Что мне нужно хелс, ну вот немного, но это все равно. Какой добрый Боров не стал первым стрелять. Да. Забавное место. Thank you.
Я знаю, Саня. Блин. Чёртовы гарпии. Ну, кто ещё? Подождать, пока это сойдет защита. Ах ты! Какого хрена? Ёбаная дудка. Ядра мне не нужны. Дырит колен, так где он сидит? Ага. Харри зеленый. Так, тут у нас урон удвоенный, надо будет запомнить. Если кто-нибудь набег совершит. О, сейчас тут будет очень веселый секрет, блядь. Помимо вот этой наркоманы. Надо убираться. Пора отсюда убираться. О, господи. Секретное здоровье, это very good.
пригодится сейчас пушка. Привет, Тони. Блин, броньку было бы недурно взять. Если я до нее доберусь, блин. Наверное, сперва сюда схожу еще. Мне всегда говорили, что две головы лучше, чем одна. Или не выйдет пока что. Так, тут какая-то подъеба. Да, вот это. Че, киви скину? Так, мне интересно, можно ли эту хрень уничтожить? Судя по всему, нет. Интересно, как это работает? Отжать домен, блин, вообще с какого-то левого аккаунта. Так. Ага. Что же делать? Здорово. Здорово. Да ты ж
пидорасы не отстают от своих гаражек. Они хотят наш гараж вместе с моим блогом, вместе с моим джабером, с моим еще там чем-то. Нахуй пошли! Да у них бомбит прям, вот какой-то херни. Все никак остановиться. Да, очень похоже. Не, ну в принципе, как бы, вообще письмо какое-то очень странное пришло, очень-очень-очень левое. То есть просто настолько левое, что я просто охуеваю. Так что я не знаю, я регистратор его откинул, сказал, ребята, короче, посмотрите, разберитесь, что это херня вообще, какому она поводу. В принципе, это похоже на штатную процедуру переноса домена, то есть когда ты, например, зарегистрировал домен у одного регистратора, а потом такой типа, ну не, вы, короче, грузники, у вас город, сервиса ноль, короче, хочу к другому регистратору. Вот. И там как бы есть процедура переноса, когда ты регистрируешься у другого регистратора, ну как бы аккаунт просто, да, и потом такой, я хочу перенести свой домен вот от того регистратора. Вот. Они должны тебе выслать письмо, ну как бы, они как между собой там, короче, договариваются. Твой регистратор старый присылает тебе письмо, типа, апруф такой, что ли. Ну, типа, да, короче, вот ты здесь, чтобы, типа, убедиться, что это ты хотел вообще переносить куда-то чего-то. Ну, вот мне такое письмо пришло, только оно, блядь, пришло какое-то очень странное. Там пришла ссылка на апруф, но она как бы внешне от моего регистратора, но внутри у нее ссылка вообще на какую-то херню. Вот. То есть я даже, честно говоря, не уверен, что это письмо с переводом. Может быть, эти пидорасы, про которых все подумали, они как бы и не пидорасы в данном случае. Ну, вот. Может быть, это просто какой-то фейк и просто там вирус там какой-нибудь внутри, я не знаю, или еще что-то. Но просто, ну, прям как-то, ну, уж очень целенаправленно. Ну, мое письмо с моим доменом от моего регистратора, якобы. Ну, всякое может быть. Ну, так или иначе, короче, я письмо в саппорт послал, то есть даже если домен уведут, я надеюсь, что это письмо, в случае чего, поможет вернуть. Ну, не знаю, пароль себе поменял, опять же, доступ к SSH закрыл, пароль найдите нахуй, с ключами теперь. Так что я надеюсь, что фундамент гаража, он непотопляемый. Блин, завтра домен, короче, будет недоступен, он будет прикольный. Просто так вот заявление про непотопляемость. Обязательно что-то должно сломаться. Ну да, закон подал. Да. Ну вот, Сань, да, я согласен, что, в принципе, ну, блин, как-то это очень, очень подозрительно. То есть, действительно похоже на попытку увести домен, причем ну, как бы, если бы это было фейковое письмо, то, ну, обычно оно не настолько прицельное, что заморочились, узнали мое мыло, да, узнали, какой у меня домен, какой регистратор у домена. Письмо там так составили, что я как от регистратора. Вот. Короче, не, походу это те ребята, короче. Вот эти ребята. Вот эти ребята, да. Не, нолик он на самом деле не знал, что-то как, ну, в плане того, что к домену-то он никакого отношения не имеет, слава богу. Вот. Но выяснить регистратора, как бы, ну, проблем нет, информация вся вообще доступная. Ну да. Ну, короче говоря, такое чувство, что расчет был на то, что я потуплю и ткну по ссылке, не глядя вообще, что это за ссылка. Вот. Но тут как бы и письмо от регистратора я отношусь довольно серьезно, поэтому. Короче. Это фейл. Особенно мне понравилось, что в письме написано на чье имя, ну, вернее, не на чье имя, а на чей логин, на чью учетную запись будет переведен домен. Я не знаю, правда, это правда или неправда, но если окажется, что это правда, то есть повод, короче, еще и учетку тормознуть. Если она не левая зареганная, то будет забавно, если там чуть-чуть наебнется уже не у нас, а у них. О, господи, блядь. Что это за сопля? Ох, ебать, колотить. Что я это? Себе он бомбанул, блядь. Блядь, а что это такое глаза висели? Это клюк или это так надо? Ну, это секрет был. А, это секрет? Камикадзе огромный. Не-не-не, Саня, логин не левый, у них такие логины в центре, там. Там буква означает, по-моему, корпоративный пользователь или нет, и номер, короче, просто на кручетке. Так что логин-то как раз на самом деле правильный.
Там, там ссылка опрува странная. Она теоретически должна быть на рут-центр как бы направляться, а она внешне выглядит как рут-центровая, там, с таким ключом длинным, там, хуё-моё. Вот. А когда ты смотришь ее содержимое, она ведет вообще на какой-то подозрительный домен. Прям. Я, кстати, сейчас посмотрю даже, что это за домен, что на нем кроется. Главное сейчас эту ссылку случайно не нажать. А то это будет очень печально. Ну, короче, какая-то непонятная, мутная история, но что-то, да, мне подсказывает, что... Это вот эти ребята, короче. Потому что уж больно все как-то складно. Так, сейчас посмотрим. Мне просто интересно, что это за левый такой домен, который они пытались меня перенаправить. Что за хуйня? Что за хуйня? Хостинг провайдер Time Web заголовок. Что за Time Web? Я вообще в душе не. Так, и ссылка на binil.com. Билайн, блин, наоборот. Именно Binil, то есть на без Е вообще. Binil.com. Что это за херня вообще? А вообще в природе интересно, существует? Существует? Welcome to Binil. Ох, ебать. Какой-то странный сайт, можете здорово, зайти. Джо. Можете зайти, оценить. Binil.com. Binil, блядь. Тут какой-то, блядь, реально Binil. Какая-то гифка с голубем летает. Просто охуительной красоты. На черном фоне низкого разрешения, такого, с херовой обтравкой. Просто пиздец, глаза у тебя. И главное, что я не могу понять вообще, блядь, чем эти ребята занимаются. Они, по-моему, любят весь мир, судя по тому, что здесь написано, типа. Да, я отжимать аккаунт. Индия 3, блядь, это индусы, сука, какие-то вообще. Че инду... Не, может быть это самое, может быть это те ребята и не виноваты, если ссылка на каких-то непонятных индусов. Может, с вашей работы? Не знаю, слушай. Чем плохого сделал, что они хотят у меня с доменом что-то сделать? Саня их материт на стрим. Да, голод кто-нибудь оцени, да? Просто полет мысли. Охуительный голод. Ну, вот, да, просто ссылка какая-то супер-мега-левая, вообще просто лично левая. Лепый сайт церкви. Пиздец вообще. Богу нужен твой аккаунт. Охуеть вообще. Иисус решил завести хомпагу. Он, сука, вчера воскрес, короче, сразу пошел отжимать домены. Я понял, это, блядь, тактика. Но ссылка ведет на какой-то HTML подозрительный с каким-то ключом, блин. Там может быть какая-то это нехорошая херня. Поэтому открывать я ее не рискну. Не, Саня, вот давай, я не буду тебе кидать эту ссылку. Давай, эта ссылка, она это, останется только у меня и у регистратора. Я надеюсь, что там никто ее не кликнет. И ничего страшного из этого не случится. Кто сайт спиздит аккаунт? Ну, блин, что ты собираешься этой ссылкой открыть, понимаешь? Я боюсь, что когда ты ее откроешь, этого будет достаточно, чтобы какая-нибудь херня случилась. Не то, что там тебе вирус скачается, а, блядь, я все про домен какой-то, пусть, понимаешь? Не откроешь, не узнаешь, а она может какой-нибудь хитро-вытраханный скрипт там это запустит, сервер, да, и даже вообще не узнаешь, что она сделает, но она сделает какое-то говно. Так что в бездну. Вот. Я подозрительные ссылки никогда не открываю, вот, и, блядь, никому не советую. А в песочнице открыть какой смысл, понимаешь, Сань? Я же говорю, я беспокоюсь за то, что что-то вползет ко мне на комп, а я боюсь за то, что что-то где-то что-то там это произойдет там с той стороны. Вот. Ну, оно, конечно, теоретически не должно произойти, но, блядь, оно может. Вот. Поэтому я даже проверять не хочу, что за ней скрывается.
Вот. Конечно, теоретически нет, такой херни не должно быть, потому что если бы что-то где-то могло произойти без моего ведома, то... Ну, согласен, да, ну, блядь, не хочу проверять. А вдруг от этого, блядь, Иисус реально воскреснет, да? Я не хочу такого внушения к себе. Вдруг он, короче, в мою тушку вселится, короче, ему посрать-то, потому что он, сука, бог, ему посрать там, песочница, не песочница. Он, блядь, инфестирует, как бы, и все. Вот. И буду я, блядь, это самое, зомби Иисусом. Оно мне надо, оно мне не надо. Вот. Так что пущай ссылочка лежит. И, короче, это все нормально. Вообще, если. Вообще на самом деле можно попробовать погуглить этот сайт. Вот. Наверняка, если это какая-то. А, слушай, и кстати. Забавно. Я случайно сам открыл эту ссылку. Хорошо, что я разлогинился в центре. Она ведет на это самое. Она ведет. А, я понял их план! Я понял их, сука, план! Ха-ха-ха! Я понял, как это работает. Короче говоря, по этой ссылке... Блять, вообще я сейчас, конечно, знатно въебался. Хорошо, что оно все так, блять, просто. Короче, эта ссылка, она ведет на страницу, которая выглядит один в один, как руцентровая, собственно говоря, логинилка. То есть, короче говоря, они просто отжимают пароли. Логины и пароли. Вот. Но эту страницу выдает то, что в ней люто сбита кодировка. Просто в нахуй. Нет, там даже не редирект, сами, вот цени, короче, вот эта супер охуительная ссылочка. Вот, она ведет просто, блядь, просто пиздец, короче. Мне даже Chrome предлагает ее на русском перевести. Вот, так что... Все это, блядь. Короче, ты индусские какие-то чуваки. Все. В общем, правильно я на них постучал, короче, это письмо надо еще в спам кинуть. Хотя в спам оно. А, в спам оно у меня не добавится. Потому что у меня заголовки вытаскиваются, да. Они прикинулись руцентром, это, видимо, спасло. Это единственное, что их спасло от спама, то, что у меня настроены эти самые правила, которые. Письма от Руцентра никогда в спам не помечаю. Ну, короче... Не, короче говоря, это не похоже, что это был бы Кракен. Вот, это всё-таки, наверное, чисто это... О, нет, блядь! Комната с ёбаными камикадзе! Фури Фокс смог прочитать его в страшной... Если они бегают... Но чувствую, что они стрейфятся быстрее, чем они бегут вперед. А тут притягивают к стенам и отталкивают под... Пиздец, блин. Блин, я вспомнил, короче, карту для отлучки, которую Лонг, по-моему, делал. Где там такая центрифуга, блядь, была. Просто пидорасил. Вокруг. Все, теперь мы кишки, блядь, рикошет от стен. Блин, далеко. Наконец-то научная хренотень. А, кстати, я же зашел, да, сегодня в магазинчик, купил себе Inquisition. Ну, PS4, отдав за него совершенно дикое бабло. Вот, но нихуя не жалею. Вот, буду как-нибудь проходить. Вот. Они все-таки сделали выводы, они не стали делать озвучку. Они поняли, что это нихуя не получается, что все такое только плюются. И сделали нормальный перевод чисто текста с оригинальным звуком. За что им большое спасибо тем, кем бы они ни были. По-моему, это была один раз. Я сегодня перед тем, как с работы уходить, я, короче, такой, блин, наткнулся на ролики
с озвучкой первого Dragon Age. Вспомнил, как это было. Вот мои уши заслезились кровавыми слезами. Я такой, блин, интересно, а все-таки они Inquisition тоже переводили или нет? Вот, стал гуглить, наткнулся на трейлер, вот, переведенный. Там угарнули немножко. Потому что, блять, вот как можно... Вообще не понимаю 1С, то есть вроде контора не маленькая. Вот, прям скажем, прям совсем не маленькая. Блять, вот как они озвучивают... Сраный трейлер озвучивает, блять, озвучивает тетка, которая просто читает текст, ну, блять, с минимумом эмоций, да. То есть вообще, то есть просто такое чувство, что она реально не видит вообще, что она там читает. Она видит перед собой текст и пытается вот чисто по ходу понять вообще, что происходит и с какими интонациями надо читать. Вот. И при этом это записано на микрофон, блять, вот. Реально, короче, Санинский сортир, по-моему, там это отделение 1С, потому что просто пиздец, короче. Отвратительная озвучка. Отвратительно записанная озвучка. Невероятно просто. Один, сука, блядь, С. Блядь, тут просто переводит, да, короче, читает текст и пердит в микрофон. Ну, в смысле, ты как бы слышишь вот эти все... Да, как в конце слов там и прочее. Блять, поставить банальный фильтр. Нет, нельзя уже на ничего денег. Нет, что ли? Что случилось с 1С? Слава богу, короче, я еще так, блядь, ну, если, блядь, это они что-то Inquisition так же перевели второй раз на те же граммы. Вот потом стал искать в инете, там, вроде как там озвучили, сейчас перевод, субтитры, там, или мое. Надо глянуть, пошел, посмотрел на коробочку, живую сильно написано. Английский субтитры, русский субтитры, окей, беру. Вот. И тут, конечно, кто-то может меня спросить, а какого хера я взял Inquisition на двойку за 3 косаря? Хотя можно было бы ее взять на комп, значит, дешевле. Вот. Мне, короче, стало просто любопытно, как она играется именно на двойке. Мне интересно, как они, что они сделали с интерфейсом. Потому что интерфейс в первой части был отвратительным. Вот, и мне интересно, собственно, во-первых, посмотреть интерфейс дефолтный, во-вторых, мне интересно посмотреть... О, Inquisition Norm, да, на PS3 просто пишет. Это интересно. Внезапно завис Chrome, кстати. Внезапно завис. А потому что он на Microsoft сидит, короче, и Chrome это внезапно почувствовал. Он такой, это, блядь, трюкдап. Пошел по ссылочке. Да. Так вот... Короче, Хост, вот у меня какая претензия, собственно, к этому к Ориджину, да? Насчет управления на PS3. Что меня вымораживало невероятно и от чего у меня болели руки. То, что там. То, что там неудобно сделано сразу, как бы. Я даже не знаю, как сказать, что там неудобно сделано, потому что там концептуально что-то неправильно сделано. То, что ты, во-первых, не имеешь нормального вида сверху, вот, и постоянно у тебя камера висит за спиной одного из персонажей. Это неудобство номер раз, это как бы, ну, к этому можно привыкнуть, но это все равно нифига неудобно. Вот. Второе неудобство, то, что ты там кучу времени просто вынужден, по крайней мере, когда я играл, я был вынужден проводить кучу времени, открывая различные менюшки, потому что эти суки сделали 6 биндов, а учитывая, что даже у персонажа не мага там значительное количество всяких абилок, этих биндов не хватает на те же бутылочки, на всякую хуйню. Вот. И как бы ты там чего не биндил, все равно тебе постоянно во время боя приходится за каждого персонажа постоянно лазить в эти сраные менюшки, вот, чтобы вытащить из них какую-нибудь вещь, которая, ну, как бы не очень нужна, но вот в данный момент нужна, а ты ее не смог запихать на хоткей, потому что у тебя их всего только 6 штук. Вот. И вот это меня дико бесило, потому что у меня там пальцы просто отваливаться уже начинали, потому что там постоянно нужно зажимать shift, это не сраный, то есть какой-то L2 или что-то такое, чтобы вызывать эту менюшку, это все время неудобно, все время надо удерживать. Вот. Меня это дико бесило, несмотря на какую версию, в которой нормальный хоткей сделан, нормальный бар с квик-итемами, да, блядь. Всегда, блядь, смотрел на это и грустил, пошел. Я понимаю, что, конечно, консоль такое сложно сделать, потому что все-таки не пика с клавиатурой.
Ну ё-моё! Тактический режим хорошо сделан. Растяжки обидов как да, только 6. Да ёб ты! Да что им мешает этих биндов нахерачить? Вообще просто да ёбаная жесть. У них чё, шифтов не хватает, что ли? Я не знаю. Они могли сделать вообще, блин. Ох, нифига себе. Чуть в текстуру не провалился. Что это за Короче, я теперь смогу оценить. Вот, а второй хост мне что интересно на PS4, именно на PS4. Это можно ли задействовать второй экранчик с телефончика? Вот. Потому что все-таки оно же позволяет как бы прикрутить телефончик в качестве второго экрана. Вот. И тут напрашивается инвентарь как бы на это дело, чтобы прям жамкать туда и, короче, все было чтобы клево. Но мне интересно, сделали это или нет. Потому что если нет, то это прям, блин, разочарование года вообще. Такую фишку Sony сделала, как бы возможно, и если они ее в игре не реализовали, это прям эпик фейл. Хорошо полетел. Mm-hmm. Такой. Да, Джа. Он тебе пишет про мелкого демона на стене, телепорт под мостом. Под мост загляни и вернись, говорит. Ага. Что? К чему это? Тут просто боеприпас, что ли? Секретные боеприпасы. И неизвестно, от какого они оружия. По-моему, от ядреной пушки. А, хост, я говорю, ну... Можно выводить карту, но карта это на самом деле не самая важная херня. Вот. Я мечтаю о том, чтобы на дополнительный экран можно было выводить инвентарь. То есть просто инвентарь в клеточку, на которую можно было бы тыкать и активировать там предметы, да, или там... Ну, не инвентарь, список спилов можно было бы также заебашить. То есть чтобы не лазить по менюшкам, а чтобы у тебя как прям список был перед глазами, пожалуйста, тыкай, не хочу. Вот это было бы круто. Я еще когда Вишку увидел, я прям такой, блядь, это же консоль для RPG-шек, потому что у нее огромный контроллер с огромным экраном, на котором можно положить вообще все хоткеи, какие только можно. То есть, ну, не хоткеи, как бы, да, а непосредственно вот прям инвентарь, список спилов, список чего угодно, чего вот надо тыкать обычно, и обычно на консолях нужно там продираться через менюшку. Здесь можно все вывести вот в старом, молодом, комповом стиле. Вперед. Ну, Саня, я и говорю, собственно, даже. Что Виюшка, она прям ух. Маленький демон. Я убил блондинчика. Какого нахуй блондинчика? Что, блядь? Ну, мобилочку можно как-нибудь это, какой-нибудь кредл там засовать. Да могли бы что-нибудь придумать. Тем более, что у них есть Vita, которая, собственно, я так понимаю, вместо контроллера вообще может работать. То есть для Vita это вообще просто прописан функционал. О, господи. Нашли кого в этот коридор. А вообще, по-моему, я уже видел какие-то такие странные девайсы, которые типа там скрещивают DualShock с мобилкой. Ну, сделана подставка такая. Блин, крепление мобилки на контроллер, что-то такое извращение. Да хоть изолентой примотать, на самом деле все хуйня, это все будет удобнее, чем, блядь, лазить по этим ебучим менюшкам, там, выбирая сотню спилов, там, сотню итемов в инвентаре. Уж лучше изолентой примотать мобилку и не париться. Не, а чё, хост, по-моему, классное решение использовать Vita как контроллер. То есть, ну, почему нет, собственно говоря. Короче, устал меня ждать и умер. От старости заждался. Что, блять? Оу. What the fuck is gonna... Оу. Оу. Что это, ебаный?
Лол. Пиздец, блядь. Ты куда? Я чё, дух ПК, что ли, ёбнул, блядь? Что это было? И тут внезапно включился мой клип, короче. И закрутился. Ютрает. Опять, блядь. Нет, какой-то баг, блядь. Забавно. А ты можешь попытаться быстренько через мост побежать вообще? Пока ни хер не нашел. Равно меня крутит. Блин. Тут фонари не бей их. Хоть мне пиздец, блядь. Вон, ты еще Сане звонил. А, ну что, Саня, я сейчас позвоню. Вопрос. Ты все равно пока ты летаешь. Так. Я хуй узнаю, что делать, честно. Да, алло, ё. Да. Чё? Ты видишь, что происходит? Тут, короче, это самое. Ну, слушай, такой глюк, это, он, блядь, одно из двух, или от мышки, или нахуй. Координаты там. Перекашивают. Да нет, не похож. От мышки он бы в любом месте уехал. Ну, и он бы вряд ли взлетал, потому что, ну, вообще плохо. Беги, пока радио играет громко. Не, короче, придется это... Юзать читы, блядь. Юзать хули. Если их еще... А ты можешь сохраниться, может, игру перезапустить, может, какие-нибудь скрипты здесь просто криво отрабатывать. Ну да. А, хост, а вот я не помню, кстати. А, ты имеешь в виду использование именно как контроллера просто? Там, по-моему, все игры поддерживают. Это я там. Ну, про использование этого. Vita как контроллера для PS4. То есть там она как джойстик, она, по-моему, везде умеет работать. Именно использование экранчика там уже как бы. Ну как, да, да. По поводу этого. Ой, блядь. Называется не кредло, а как там называется? Ну, для этого. Ну такого держала. Да. По-моему, это Sony представляли официально хрень, короче. Да. Ну, в любом случае, какие-то китайцы. Потому что они хотят этот... Не, меня все равно шторит. Я не знаю, он поднимает вверх, короче, и, блядь... И хуй знает, короче. И закручивает, и все. слушай, блин, нет, это вряд ли контроллер. Вообще-то похоже, знаешь, когда у тебя какой-то реальный геймпад или руль, или еще какая-нибудь херня торчит, вот, как оно такое, игра такая, ух ты, нихуя себе, какая у меня активная мышка тут ловила. Вот, но оно бы действительно шторило бы постоянно. Я не помню, как тут, блядь... Джад, ты не помнишь пароль, блядь, к Сэму? О, блядь, там на бессмертие я уже не помню, честно, не сам. Да мне ноклип еще бы. Интересно, он в нем также будет что-то. Так, а это Second Encounter, да? Угу. HD который. Ну, я думаю, пароль там одинаковый, может быть. Ну, IDDQD, не-не-не-не-не. Ход подъебывает. Да он заебал подъебывать. Так, а я, собственно, пока покатаюсь. Так, сейчас посмотрим, что тут есть. Ох, ебанись, тут в папке с игрой найдите каталог UserData, с помощью блокнота откройте файл, найдите в нем строчку, поменяйте ее, ну, типа включите читы, чтобы вообще в принципе. Вот, потом запустите игру, вызовите консоль тильды и введите код читы, CCHT, короче говоря. А ты там файл менял и это читы включал? Нет. А, ну давайте я прохуй узнать, может сработает. А давай я тебе прям скину в чатик или куда тебе там удобно читать. В чатик, например. Вот, прям, чтобы не диктовать всю эту херню вроде. Вроде несложно. Ну там, да, там надо только этот поправить будет и все. Чемальзм. Читы, блин, пиздец. Старая тема же, ебаная. С теми, блядь, чемаксами ебаная. В оригинальном не надо было так ебаться. По-моему, надо было, я насколько помню. Не. Не?
Ну, не суть важно. Я разорву тебе жопу, парень. Using the your score level. Это, короче, будет влиять на блять, очки и ачивка всякая хуйня. Да, похуй. Да. А, там, да, там тебе каждый уровень пройденный будет по нулям учитываться. Так, главное меню игры нажмите F1, идите. Блять, ну какая-то геморрой прям, реально. Я не знаю, тут... Если бы я мог убить всех этих пидоров, блять, я бы, может, еще каким-то чудом добежал бы куда-нибудь, блять. А тут есть щиты на уровне, что ли? Я тошнит, блять. Я уже спустился, какие-то аналоги. Погоди, а я что-то не просёк, отвлекся. Точнее, ты включил, да? Нет. Там надо в меню, короче, ебать, да. Попробуйте погуглить, может, эту проблему. Может, не у меня одна такая херня. Так, да, тут какой-то апдейт 1. Короче, на рутрекере есть прям апдейт 1, который, походу, фиксит. Сейчас, список изменений, но DVD для сердца. Апдейт 1 исправляет баг графики крутящуюся камеру. Для крутящейся камеры запустите с более раннего сохранения, а лучше новую игру. Заебись вообще. Короче, вот ссылочка на... Раздача живая, не живая. Чё там, это? О, торрент, что ли? Да, там ссылочка на торрент, где там ну, CD для игры и вот патч, который фиксит проблему, походу, да. Вращение Сэма. Проблема известна. Хо-хо-хо, дружище, поздравляю, этот баг присущ только пиратским версиям на игрушке. Да, Сэм нахуй вертят. Так. Я твой Lexus на своей оси вертел, урод. Иди сюда. Пока Малевич немного повисит. А, поставь какую-нибудь картинку просто и все. Нет у меня под рукой картинки. Плёхо. Я вас всех обгоню. Негодники, блядь. Но из игры все равно придется выходить. Это... Да понятно. Ебать. Так, скачалось. Здесь он меня, блядь, не попросит перезапустить компьютер, а то я ёбну. Да не должен. Так. Теперь ищи этот файл. Твою мать! Я твой мамка, это сюда, туда. Так, Семён. Семён. Фу! А менты-то откуда? Ну, тупо в папку, да? Куда там? Ну, там, да? Yes, it is. Твою мать, ненавижу такие повороты. П
ПК проблемы, да, Хостыч. Это скорее пиратку проблемы, если уж на то дело. Ну, на лицензиях тоже много чего встречается, поэтому... Не, ну, так-то да. Но тут, видишь, это такой специальный подарок. А вон как у меня, это как он называется, медаль за отвагу-то вот это, блядь. Да, даже EA, блядь, официально заявил, что на 8.1 она нормально идет. Заходишь в Steam, а там пиздец, там, а она у меня не включается, и пиздец, блин. Ни ответов, ни приветов, нихуя, короче, нету. Ждем проблем на GTA 5. Да уёбки, блядь, что говорить. Ну хули, никто оптимизировать не умеет, блядь. Да всем похуй, ёпта, хули. Иди сюда, пиздюк, блин. Да я знаю, что все твои... Все твои, блядь, эти, нахуй. Ну, ты знаешь, блин. Ей! Fuck the chat. Поступили с жалобы. Помолимся на то, чтобы, блядь, нам не пришлось начинать заново, блядь. Да по идее все должно нормально быть. Ты не очкуй. И снова приметы нарушителя. Твою мать, пидарас. А если пораньше сейв взять? Так, сейчас попробуем. Попробую вообще начать уровень. Ну это, да, я тоже над этим подумал. Ей, наконец-то мне замедление времени пригодилось. Лол, тут еще мне все уровни открыли. А тот, на котором ты сейчас, он есть? Есть. Ну, слава яйцам. Это, скорее всего, ёбаный Тед или как, который репак делал. Возможно. Хуярил кривой руки. Так, Андон, иди сюда. Лаг не очень далеко убежал. Ну, главное сейчас, чтобы это место прошлось. Да. Твою мать! Не было бы так обидно, если бы это не был уровень способа. Так бы я... А, меня разорвали. Репак от Васяна. Сейчас, блядь, этих репакеров как грязь. И все криворукие, блядь. Репачит и мешки ворочит. Не знаю, блядь. Я этим никогда не занимался и не хочу заниматься. Хоть меня подталкивать, и. Ты как от Валвана, да? Да, с таким качеством, походу, реально трипак. Трипак? Угу. Хватит дышать мне в жопу. Задолбал, блин. Да я не знаю, он меня задолбал. Он мне все в сраку врезается. Дышит, дышит в нее. Ебать.
наверное, добрался сюда с первого этажа. А там что, сейф, что ли, был? Ну, наверное, раз все уровни открыты. О, лол, это хуёво. Ай, нет, опять, блядь. Комп с камикадзами, блядь. Балом маму рот, блядь. Да, карлики, вы в натуре охренели. 11 пизди RX 8, блин, второй, значит, это порнография катается. Левая пизда. Оу! Бен Ладен, блядь, взорвался, пиздец. Рейд был прав. Ха-ха, блядь. Твою мать. Гондольера, блин. Реально бомбит от этой комнаты, блядь. Сука, в руки насрать там кто-то, блядь. Вернее, кто засунул сюда таких врагов. Я понимаю, блять, методу, по которой отскакивают от стен. Кто не хочет к ним манить, то сам он тащит. Блять, стоит. Ты не подбираешь муди. На нахуй.
Аллах, блядь, вбежал в штаны. Велосипед, блядь. Хомяк, ты как баба, ёпта. Я не знаю, во что поиграть мне. Хомяк, по-моему, на реке остановился. Да-да-да-да-да. Надо ему что-нибудь подобрать такое подходящее. Оценка качества. Хуя. Всех выкинул, еще оцените наш, блядь. Че отвалилось просто, походу. У него там снова что-то подшаливает, блядь. Шпадал меня, блядь. Да не, у тебя нормально, нет. Я твой жопа ломал. Никевич писал в скайп. Че говоришь? Никевич там в скайп писал. Блядь. Я в полный кранк ебашусь. Нет, тут это пишет. Александр Фроленков, ёпта. А что мне поиграть? Линкман, славно ты сегодня троил фанатов серии Souls. Кто у нас фанат? Кто, Хамед пишет? Угу. Опять нажрался своей этой, как он называется-то? Морожка здесь, блядь, ни при чем, да. Нахуй. Ватрушка, ёпта. Ватрушки? Важные ватрушки. Ватрушку ему надо найти. Он все в игрушки играет. Это точно, блядь. Да вы что, меня в коробку решили взять? Не-не-не-не-не-не-не. Эй, негодники. Болтиссимо! На, летай! Да буди, да будай! И глянь мне дорогу! Ай, наны! Жопой высекаем мысль. Лол. Хомяк встретил турникменов, он уходит к ним, встретимся через полгода. Удачи. Давай, шуруй. Да, пивка бахнул, блин. Заодно. Ой.
там, блядь, Балтику, девяточку. Охоту крепкую, блядь. Не суть важно на самом деле. Все, блядь. Да твою мать! Сколько вас? Чанский нихуя лил, а Валеру походу глушил, как слепоглухонемой конь, блядь. У меня до сих пор тут болит осталось. Ой-вей! Не нужны вам скамейки. Теперь у меня горит сбоку эта хрень, включены читы, блядь. Ну а что поделать? Продолжает собой. И сердцу тревожно в груди. Твою мать. Полимер прыгнул. Так. Не надо тут остановиться, умею голову. Своим ходом домой ухожу. Я вижу. Да, лык невежный. Да, уже все пиздец. Ничего, на субботу новый искал. Фильм будет о Ксении Стрима. Кто-то у нас уже запостримит. Что, блядь, за анальные ласки на своем шевроле, блин, устраиваешь? Вроде прошло. Прошло? Ага. Ну и заебись. Быков что-то было в несколько раз меньше, чем должно быть. А ты посмотри настройки этого профиля. В смысле, зачем? На сложность. Да я включал этот уровень на нормально. Ну да, хрен знает. О-о-о. В оригинале этой хуйни не было. Ну, в смысле, вот этих вот штук. Там были только просто он сама по себе крутился. Они что, тут решили упростить, что ли? Ах вы пидоры, блядь! Умри, падла. Пиздец, блядь, они убивают просто за считанные секунды. Ну это же враги. Нихуёвые враги. Здорово. Здорово! Близкое нашествие. Ебать ты наркоман. Ха-ха.
Давай, давай, газуй, блядь. Иди лечи свои анальные боли, блядь. Да, духов мне еще не хватало. Спасибо, блядь. Судью Дреда поиграть. На чем? На Сеге? На Снейсе? Потому что на Снейсе судья какой-то ебанутый немного. Трасса, блядь, кривуляна. Просто я ебал. Так, не нахуй, ну что же, ну? Ты проверь,
хомяк, потому что на том же SNES'е, как бы, судья Дред, он какой-то, блин, капризный в плане эмуляции. Поэтому, как бы, перед тем, как будешь включать, проверяй. СНЕС нет, СНЕС как раз таки тянет, тут именно проблема с эмуляцией есть. Короче, я не буду что-то рассказывать. Что, завтра в ЛЧ? Я не знаю, что там будет. О чем-то они там трепятся, а о чем непонятно. Что такое ВЧ? А, это, наверное, это. А Лига чемпионов, ебаная. Ой, хуй с ней. Так, конечно, у нас это. Два юных футболиста, блин. Взял ХП, блядь, сейчас прыгну. Ну ладно, только наебался, бывает. Хочешь в голос внезапно? Или что? Так, Final Boss, блядь, вся хуйня. Ого. Final Boss Act, блядь. Чё? 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 У меня такое чувство, что кот неспроста тогда начал на меня бычить. Кто-то от наших хыников сидел. А где? Да хомяк опять, у него пьяный разговор там понизу. Кракен хуякин, да? Ну ты именно нота ген, блядь. Это что за двууголовая хуйня? Или что это? Руки? Хомяк въебал там до места. Целую пачку. Огненные кулаки ярости уничтожат тебя. Хомяк, Боже, это кто такое пишет? От наших имен как? В каком плане? Что именно? Точнее, под какими именно никами это? Возможно.
Я этого не отрицаю. Да, болю. Я как бы этому не придаю особого значения, потому что я смысл особо вообще не вижу. О, я тут... Пидарасил его, блядь. Не успел старые ботинки взять. Да было дело, когда... Андреевна на него наехала, я тогда тоже в голосе был, короче. Ну вот он в комнате был. Заткни, ебал. Чушь. Кого предавали, хомяк? Успокойся, блядь. О каких предательствах ты вообще... Предавали говну в школе, блядь. Успокойся, ёб. Мне так лично похуй, они там... Что-то у них какие-то есть жалкие попытки что-то сделать. А... Ну да, дом 2 на самом деле. На самом деле мне просто, блядь, срать. Ты, конечно, большой, но я тоже... Давай, хуя! Хуя тебя всосало. Опасное сосало, блядь. Да, кто с кем? Кто кого ебёт, все знают, блядь. Алле? Да. Ты вернулся, ёба. Я вернулся. Что у тебя там случилось? Да, как только я сказал, что хомяку надо реквест выдать, у меня комп, короче, вывелся в синий экран смерти. Плохая идея, блядь. Вот, и пока я не передёрнул оперативу, короче, он возвращаться не хотел. Хуя у тебя оператива это? Помирает, что ли, потихоньку? Да хер знает, да не, вряд ли, может, просто окислил чуть-чуть ещё. Ну, я её пошатал, короче, я надо... Да, пока не передёрнул. Да. Пока одноглазого дракончика не придушил, блядь. Да, нихуя не взлетело. Тут видишь, тут хомяк тут уже это строит, блядь. Как он называется? Скажи мне, я скажу. Предложение. Да. Какие? Кто мог делать? Ну опять скандал, интриг. Блять, короче, давайте с самого начала прочитаю. У меня такое чувство, что кот... Что за нахуй? У меня такое чувство, что кот неспроста тогда начал на меня бычить. Кто-то от наших ников сидел. Это ноля по любе. Хуйню вытворял. А он говорит, мол, крысил ты, рекламил, а я нихера не рекламил ничего. Помните, говорил вам недели две назад от имени Кивича. Но он же не зря тогда стал на тебя сами выебываться, как пришел в чат. Мозги трахал. Вот мы не придавали значения, а вот как оно все обернулось. Ну хули думали, парниша стебется, оказалось, у него в мозгах навязчивая идея. Я что-то не понял, сейчас про кого это вообще. Да про ноля, короче, блядь. Блять, так ноля уже выкинули из конфи и послали нахуй. О чем ты как бы... Хомяк просто, блядь. Проснулся, блядь. Хватит спать, блядь! Алкоголик! Диванный филос. Тут не едешь, блядь. На турнички поднялся 20 раз. Ноля спалился, когда заикнулся про картавое сало. Это... А что за картавое сало? Вот это... Да, вот это мне тоже интересно. Это просто умозаключение. Ну, блядь, хомяк. Картавое сало, нюк. А, нюк? Ну, а чего? Какое? Ты же тогда написал, что его вот тоже то ли по этой же теме, короче, это на эмутиме,
купили на Эмуленде, я хуй знает. Он... Его, короче, тоже выкинули, блядь, и он хотел всем насрать там. Да, блядь. Почти запрыгнул. Мечтал спиздить Steam Key и насрать, да-да. Ну, это, блядь, ну в натуре шоколадка какая-то ебаная. Марки жирно заплыли, блядь. Жирно? Бывает. Да, мы ж с тобой-то, ёпта, крепыши, ёпта. Мы с тобой, это нахуй, жилистые парни, ёпта. И хомяк тоже, ёпта. Пизды дадим, да? Живот, блядь, наголо оттянем там. Блять. Не, на самом деле, как бы похуй, блять. Это его личные проблемы в его, блять, толстой маленькой головке со свинячими глазками. Это чисто мое мнение. Чего ты прыгаешь-то в край, ебан? А, о, я себе, это что за нахуй? Нихуя сократил. Я вообще хотел сердечко достать такой. Зато сокращал его открыл. Джани просто, блядь, оптимизацию, наверное, проговели. Вот вам и... настройки, блядь. И всё. Не, на самом деле, блядь, если это даже, блядь, дело рук Кракена, да, блядь, это совсем уж как-то пиздец, блядь. Не-не. Я не думаю, что это Кракен, судя по всему, это реально просто сграбливают учетки. Ну, вернее, скорее всего, просто идут на сайт регистратора, собирают домены, которые там прорегены, и всем устраивают такую массовую рассылку. Ну, возможно, но, да, блядь, потому что, меня больше прикалывает то, что оно на русском языке, блядь. Ну, стандартные письма сграбить-то и под них шифроваться, это как бы чё, много. Не, это понятно просто, как бы, слушай, а вот это вот, у тебя вот проф или там, что у тебя там, держатель DNS или что там, я не знаю. Ну, там домен зареган, и DNS. Ну, да. Там же вообще, ну, как бы все на русском, да? Да, это наш регистратор. А, ну да, в принципе, ладно. Просто меня напрягло то, что, блядь, письмо на русском и написано без ошибок. А потому что это, скорее всего, официальное письмо от регистратора. Ну как, они, скорее всего, редко на учетке посмотрели, какие письма от него приходят, и в таком же стиле, как бы, ну, все это дело. Так, ладно, пойду перекурю и возьму себе еще бутылку пива. Что у меня тут, блядь, заезд, блядь, какой-то, мне уже так лень заезжать. И хуй, что там заезд? Most Wanted. А? Охуел. В другую не поиграешь, потому что все стримится. Сегодня всемирный день рок-н-ролла. Хомяк, бабу себе заведи, блядь. Первая зарплата. Блять, понимаешь, спустить первую зарплату на заведение бабы, это что-то сегодня вообще не здорово. Все скажут, что охуел. Как этот мем, блять, это. Как его там? Который всем рассылал там, блять. Привет, ты что охуел? Блин, сейчас такого не помню.
Ну а шлюха что, не баба, что ли? Вот так, давайте подумать. Если шлюха не баба, то это как-то... За это, как сказать? Это за трап, блин. Да, 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 это прям, скажем... Палево какое-то. Нормальный рядом. Сидим тут и вдвоем тут. Так, что-то я не помню, сейчас пойду прочекаю, осталось ли у меня пиво или нет. Вот. Все пьют. Как два фуфела, да. Падик, в лифте не зажимает, то там подкаблучит. Да, как ни странно, Печанский остался. Это очень хорошо. Very good. Very. Пойдем в лес, город покажу. Да, маньяк дешевый, сердито. Так. Шары нихуя не катают. Как попасть в ту комнату, мне интересно. Что-то запамятовал. А, во. Правильно. Дверная промежность тут была. Как? Блядь, только закрепили. Есть немножко. Складируешь, что ли? Складирую, да, стал. У меня внезапно оказалась еще бутылочка пада. Это, почему бы ее, собственно, не попадать? Эх, а мне надо это. Завязываю. Ебать. Как бы это. Дело хорошее. Да. И с курем надо завязывать. Потому что что-то, блядь, дыхалка вообще уже ни о чем стала. Переходи на трубки. Дорого и сердито. Нет, трубки я нахуй. А, чё? Вроде как бы их куришь, но вреда всякого меньше. Ох, ёп. А пафоса больше. Очень удобно. Так цепляй бабу, хомяк, ты заебал, блядь. Блин, хомяк, ты себя... В порядок не привел, ты побрился, ты понимаешь? О, он же еще постригся, кстати, для птичка. Ну, Вань, ну вообще пиздец, это ты знаешь, себя привел в порядок, а все теперь срочно наоборот, обратно. Чтоб борода на пузо, блядь, это сам. Да, блядь. Космы такие в обратную сторону на метр. Я побрился, постригся, хуятый. Готов к вязке. Не, Артём, нужны еще как. Сколько бы ни пиздели, но нужны.
нельзя. Бля, кое-чего нужно, да. А чё сомнительно, блядь? Наоборот, очень даже хорошо. Мне он без Юльки тут так-то, блядь, не камильфо было. И пожрать. Не, почему? Пожрать-то я сам всё готовлю. Просто, ну, блядь, сидишь постоянно один дома, Ну вообще, да, кстати. Тебе, возможно, охуенно, но я не могу, я, блядь, один остаюсь, думаю, блядь, ну день, два, еще хрен с три, блядь. Ну, неделю максимум, потом у меня уже начинает бить. Я наоборот. Ну это чисто вот человеку. Я не могу, когда в квартире постоянно есть. Ну, да, иногда бывает, что ты живешь один, когда да, начинаешь как, немножко попекать, как бы, хочется надо пообщаться, как бы, что-то больше. Но это лучше пойти и пообщаться, а как, вот, чтобы постоянку такая херня, чтобы постоянно не один, а постоянно как-то там в доме, блядь, пиздец. Ну, не знаю, как минимум, мне придется привыкать, вот, если я там женюсь или что-то такое, то есть это вообще для меня будет испытание. Потому что я привык, что я один, я делаю, что хочу, там, хочу, драчу, хочу, там, вот эти, знаешь, что делать. Да, чеку придется получать, проживи год, блядь. Да. Монах ебаный. Нет, потому что все-таки, когда в доме кто-то еще присутствует, это накладывает. Да не, на самом деле, вот, когда, ну, как бы, с кем-то живешь, да, вот так вот, и когда потом этот человек отсутствует, ну, блядь, очень как-то не прикольно, потому что, блядь, такое ощущение, что чего-то не хватает. Вроде как бы все есть, а одновременно как-то, блядь, все это очень как-то тухловато, так скажем. Вот, то есть, ну, совсем не то. Ну, собственно, когда, вот, блядь, у тебя будет любимая бабень, блядь. Вот тогда нахуй. Познаешь, блядь, обидно. По одному, блядь. Давай, Бургер Кинг! Блядь. Да ёб... Ты ёбаный. Любимая женщина. Ну, я... просто так выражаюсь. Я не могу так, ну, как бы так говорить там. Я не могу в джентльмена, блядь. Ну, да, я такой вот, блядь. Любимая бабень. Бабень это на раз, в два вопрос хуйня. Ну, блядь. У меня немного свои, так скажем, понятия, поэтому мне похуй. У тебя там бабень на раз-два, блядь, а у меня... Раз-два кудрявый. Ой, блядь. Раз кудрявый, два кудрявый, блядь. Ебать кудрявый в натуре. Не, на самом деле, как бы, блин, когда живешь с девушкой, ну, блядь, время летит в пиздец. И привыкаешь быстро. Время летит в пиздец. Угу. Вон уже я с Юлькой скоро уже год будет, и ничего. Знаешь, я скажу так, время и без бабы не хорошо, пиздец. Ты сейчас, наверное, еще не успел это почувствовать, может, по возрасту или что-то. Мне как 30-ник стало приближаться, блядь. Я прям вообще ощущаю, что реально, знаешь, как раньше был мелкий, тоже не понимал, как время. Да, это всегда так. Нет, время летит, да, потому что, блядь, работа. Да, вообще просто пиздец. Просто, ты встаешь в 6, приходишь в 7, нахуй, уже вечером, блядь, домой. И понимаешь, день проебан. Это что за Аграба, блядь? Блядь, Вавилон, блядь! Вообще Бивосток! Десятый день, отмахайте! Игнатий и песок! Настоящий араб просто. Походу переиграл это сам. Ты не за тех играешь, блядь? Где за арабом? Да уж.
Саня, ты вчера в школу только ходил, ты чё? Да ты ебанулся, Джая, блядь, в школу, я в школу ходил, блядь. Ебать, я... тут просто коцы. Последний раз был в школе, я был в 7 классе, а потом я перешел в лицей. Ну, лицей, так скажем, учитывать вообще не будем. Вот, с 9 я окончил, перешел в колледж. Армянская закончил ночь. Колледж, я... Сколько мне было? Ну, там, 18 лет, грубо говоря, короче. Не с тех пор я работаю, как бы, ну, точнее, я работаю вообще, ну, как бы, с, там, с 13 лет, грубо говоря, блядь. Вот. Ну, это не по профессии. Вот, а так, блядь, въябывал. Ну, чё, вышку не планируешь? Нет. В нашей сфере вышка, блядь, она как хуй знает что. Слушай, погоди, а как тебя в грин взяли вообще? Там же вроде высшее образование нет. Ну, вообще требуется, но меня взяли. Есть какой-то секрет или просто распиздяли? Просто я распиздяли. Ну, блядь, я... Да ты, пан... Я со своей начальницей не-не, нахуй надо, блядь. Да, начальница, ну начальница. Не, у нас начальница. Она пиздец, она сука ебанутая, она всю... Расшатал. Пасть тебя расшатал просто, да. Школьники всегда оправдываются. Ну, блядь, Джа, был бы я школьником, ну... Я бы не сидел бы, блядь, рядом с Кивичем и не послал бы всех нахуй. Хотя, может быть, посылал бы. Не, ну да, нахуй бы посылал. Не зависит. Да мне, в принципе, что я был в школе, что я был, блядь, в других учебных заведениях, как бы я таким, как был, так и остаюсь. Где в характеристике рот шатал? Да-да-да. Главное, это в резюме за бугром не указать. Такой, а расскажите о себе. Ну, это. Рты шатаю. Пошатаю, коллега. Кем вы себя видите через 2 года работать? Профессиональным шатать. Ну вот как-то так. А так, да, я. Тут, блядь, самый младший вообще, короче. У нас же Илюха жив, как называется. Ему 25, он, ну как бы почти мой земляк, короче. Он в соседней области живет. Вот, так он, блядь, выглядит как я, ростом такой же, как я, блядь. Ну и я его чморю, короче, периодически, так что. Нормально. Дорогая. Ну. А реверсе сколько? А он старше же, он ему сколько там? 24-25 же вроде. Вроде бы. Я не знаю даже. Но он меня определенно старше, это я прекрасно помню. Потому что в мои 22 так борода не растет, блядь. Это тоже... 26 будет осенью, нихуя. Не от этого зависит. А в Москве такое ощущение, что у нас, блядь, живут в Антуре какие-то гномы, блядь. Чуваку лет 18-19, а у него борода, как у меня, блядь, в паху, нахуй. Пиздец, такой паскуешь, блядь. Парень стоит, борода тут. Ты его не спросил, у него там подовожки. Да я хуй тебя. Мотня под носом, ну, Джа, я бы не сказал, потому что я вот, ну, много езжу, да, вот, ну, и у нас же этот Атомэнергопроект же находится около, блядь, около Бауманки, около еще кого-то там университета же, да, по-моему? Не помню, ну, там какие-то есть что-то. Который за нами же находится, я понимаю, где вот... Ой, а я в душе не понимаю. За забором, там какой-то то ли юридический, то ли еще какой-то. А, ну, там это какая-то шилка. Вот, так сука, блядь, смотришь? 18, 19, 20, блядь, они выше тебя, больше тебя, блядь, с бородами. Я такой стою, блядь, что это за нахуй? Куда я попал, блядь?
Ну, в принципе, мне похуй, мне ничто не мешает смотреть на этих уебанов на говно. В случае чего сладик нахуй. Ну еще периодически подкинывать. Потому что, блядь, сука, бесит эти говноеды, блядь, со своими, блядь, этими тубусами, хуюбусами, блядь. Бесит, блядь. Склявы, кривоногие, да, что-то подобное. Оно самое. Блядь, я тут недавно, нахуй, ну, у себя тут, на Перово, блядь. Периодически, нет, пишу не на Перово, а как раз-таки вот около этого, около работы, блядь, встречаю, короче, идет чувак, с ним идет баба, ну, они там, лет, наверное, по 23, по 25. Баба-браза, блядь. Да не, баба еще такая, ну, на внешность более-менее, на мозг он там отсутствует. Вот, так парень, блядь, сука, я не знаю, как его вообще на работу пускают, он, блядь, в трениках Адидаса с оттянутыми коленками, блядь. Которые, сука, обтягивают его очко. Его просто вот, блядь, обтягивают. Просто вот, блядь, идешь, и вроде бы, блядь, ну, идешь, смотришь куда-то вперед, короче, ну, как бы идешь, там, то под ноги, то вперед, там, на светофор. И, блядь, сука, взгляд постоянно почему-то задерживается вот именно на вот на... Да, Питер. Его обвисших, блядь, вот коленках, нахуй, и, блядь, обтягивающим очки. Ну, сука, ну, ёбаный ты рот, ты, блядь, сука, где живешь, блядь, спортивный парень ты наш, ёб твою мать, нахуй. Иди, блядь, в деревню, катайся на тракторе, ёб твою. Тогда хули. Зато, блядь, перекачанный такой ебашит. Пока не бортанешь, нахуй, сука, свои крылья куриные не слушай. Бесит, нахуй. Я один раз вышел, вижу школьников. Один говорит, слышь, блядь, сейчас тебя трахну, тут я понял, что их уже не спасти. Ты сам трахнул, блядь. Лол. Не, хомяк, когда ты идешь на тренировку, когда ты идешь там с тренером. Хомяк, на тренировку, в тренинг. Не, просто, блядь, вот, не, когда ты действительно чем-то, ну, в данный момент занимаешься спортивным, еще ладно. Когда ты, блядь, идешь в институт, когда ты идешь на работу, ну, сука, да, блядь, одень ты нормальные джинсы, брюки или еще что-нибудь, ну, ебаный ты рот. Я просто вот этого я вообще не понимаю абсолютно, блядь. Блядь, какие-то чмошники, ёбаные. А, то есть, блядь, сосальные треники, ну охуенно. Ходил в трениках, катыш. Джаб, меня это тоже как-то раздражает. Так, успокойся. Так что как-то так. Ебать. На самом деле, дайте мне... О-о-о, далеко, далеко, блядь. Ну, а на самом деле, дайте мне автомат, и я, блядь, сокращу нахуй. Кинулся просто нахуй. А, шо, ебать, нахуй. О, Бургер Кинг, нахуй. Во все поля, блядь. Универсальный шмот, да, блядь, это не универсальный шмот, это просто вот эта вот ебанская мода, блядь. Сначала были, блядь, геморри скинхеды, теперь, блядь, гопники, нахуй, ой, точнее, спортсмены и хипстеры, блядь. Потом, нахуй, хуй знает вообще, что будет, я даже не представляю, мне, блядь, все хочется, чтобы все снова стали геморрями, но, блядь, все... Вернитесь в 2007-й, да-да-да, чтобы все, блядь, пошли и сбросились с крыши, нахуй. Вот это будет самое охуенное. Меня прут еще мужики суровые на вид, но с бабской сумкой. Да это вообще пиздец, да. А есть такие товарищи, блять, они, сука, курят тонкие сигареты, ходят с бабской сумкой, блять, и в обтягивающих трениках, ну ёбаный рот, блять! Да, блять, это комбо, нахуй! Гламурные пидористичные качки, да-да-да, оно самое. Это у меня это, как называется, подруга рассказывала, короче, а, ну, она ходит там какой-то фитнес-центр, ну, она как бы, ей 30, 32 сейчас, короче, но на
внешний вид бабы просто пиздец, блядь, охуенно. То есть, блядь, фигура охуенная, блядь, все подтянуто так, как надо. То есть сиди, блядь, и тупо фабрик. Зачем? Понял. Пригласи так домой, чё? А не, я это я могу пригласить там и т.п. Но мне... Дегелей тратит. Вот, но, блядь, самое интересное то, что она мне рассказывала, типа, блядь, вот я с подругой, короче, блядь, ну, вот мы приходим в фитнес-центр, и, блядь, все эти качки, они сделают всего лишь. Что делал, блядь? МКХ поступил продажу в Бомбию, понятно. Кого нахуй? Вот, так в чем прикол, блядь? Она рассказывала то, что вот эти вот качки, они сделают один подход на одном тренажере и в течение получаса стоят перед зеркалом и фотографируют свои мышцы. Все. Короче, я как-то так послушаю, почесал реп, ну пиздец. Хули, наш селфи кому-то делать. Ну да. Время, блядь. У меня нет времени, чтобы ебаться. У меня отец тоже занимался дзюдо, хуидо, блядь, биатлон, хуитлон, блядь. Он у меня хоть сейчас и слепой, но, блядь, с огнестрела попадет туда, куда надо. Регионально. И пизды еще даст, нахуй. Потом. Выстрелит пизду. 50к в год, а? Не, на самом деле, джа, это еще дешево, потому что у нас в Грине, насколько помню, в это, ну, в основном... здании, короче, висела объява около 100к в год, но если ты, короче, сотрудник Грина, то тебе там скидка 30%, ну что такое. Ну да, блять, мне какой нахуй фитнес, какой нахуй этот, блять, там тренажерный зал, блять, винтовку в руки побежал там, блять, в леса нахуй бегать. Самое охуенное, хули сутки на ногах, блядь, наорался, накричался, блядь, там... Я вообще ты шатал, блядь, во весь лес. Да-да-да, хули там, блядь, с вояками играешь. Блядь, одному пизды, второму пизды, тебе пизды, всем пизды, короче. И все отлично. Миссия провальная. Ну, насчет миссии провальной у нас было только, по-моему, два раза за все время. Потому что, нахуй... Один раз слился командир, блядь, я перешел на другую сторону в тупую, потому что меня заебало, блядь. Так как командир, блядь, таранул, ушел бухать в палатку, короче. Сука. Гандон ебаный. А второй раз нас, блядь, постоянно тупо, ну, точнее, меня и моих, так, ну, так скажем, бойцов постоянно забывали, нас. И все. Так что нахуй. А так, блядь, я, блядь, и пизды могу дать, и побегать, блядь, и пострелять, что угодно. Да. Только скажите, я сделаю. Оп! Как-то качок с сиськами и губами. Я себе жаль. Фу, я себе жаль. Вот он. Опять это что? Да я не знаю, я хочу потипаться. Сейчас пью. Ссылка, о которой я думаю, с чуваком, который зазывал себя это самое, в зал потрениться.
вентиляцию, что ли, делают? Чё у него там? Да, Джава, у меня тоже показывается ссылка на картинку, когда... Ой, собственно, картинка, когда нас не понравилась. Это, походу, то ли Twitch какую-то функцию ввел, либо это Better Twitch. Одно из двух. Лучше бы они замутили такую банку, чтобы можно было это вообще картинки. Уже бы они сразу в чат встраивались. Это было бы прикольно. Сила русского духа и всякая прочая херня. Смотрел номер, блядь, на дереве. Как истинный горец. Не горец, это какой-то энд, я не знаю. Житель деревьев. Тарзан, блядь. Тарзан. Пожалуй, сегодня. Всем спасибо, что смотрели. Сейчас будет Assassin's Creed 2. Да. Так что не разбегайтесь, прям вот сейчас он прям вообще будет.